все обретет смысл. Доброго времени суток, мы из Украины. Меня зовут Роман, я из города Николаев и занимаюсь декорами. Хочу вам сегодня представить следующую работу. Вот она. Это стилизация под искусственный мрамор, выполнена самой обыкновенной морилкой, в моем случае это холст-лазурь, и обыкновенной водоэмульсионной краской. Вот. Что для этого нужно? В первую очередь подготовить поверхность, а именно отыскать ее как минимум, потому что это нужно на чем-то делать. Вот. Это вот такой вот грунт. Называется он грунт Putz. Универсальный грунт под декоративной штукатурки торговой марки Feidel. Вот. После того, как высохнет поверхность, после обработки грунта, обязательно закатать два слоя. Сделать подложку, цвет уже выбираете на свой вкус. Хотите тонируете ее, хотите нет. А в данном случае это Inon Latex Matte. Это хорошая краска, глубокий мат, катается в два слоя. Достаточно стойкая к сухому и влажному стиранию. Вот. Первоклассная краска в этой компании. Вот. Ну и соответственно цвета это по холст-лазури. Выбирать можете на свой вкус. Я себе выбрал три. Какие именно вы узнаете в процессе просмотра. Заранее вам всем спасибо. Ну, если, конечно, досмотрите видео до конца. Так вот. Ну, смотрим.